Есть где разгуляться. В Тобольске весьма успешно идет создание туристического центра российского масштаба. Главными и постоянными гостями культурного центра Сибири являются и жители нашего округа. Теперь, чтобы путешествие по достопримечательностям было еще интереснее, власти трех субъектов – Югры, Ямала и Тюменской области – планируют сделать своеобразное туристическое кольцо. Тобольский Кремль, Софийско-Успенский собор и Абалак. Все они включены обязательными пунктами в маршрут любого туриста. Город издавна был административным, духовным и торговым центром Сибири. Сегодняшний Тобольск привлекает туристов уже как музей. Едем из отпуска, из Горно-Алтайска. Отдыхали, решили заехать в Тобольск. Нам тут сказали, что такое вот красивое есть место, оригинальное, в стиле русских сказок. Решили проехать, показать ребенку. Все красиво очень. Пусть приезжают северяне наши сюда, отдыхают, набираются силы здесь. Мы прям вот сейчас спустились сюда к реке, благодать. Больше ничего не надо. Приехали с Ямало-Ненецкого автономного округа. Мы решили в этом году отдохнуть чисто по своим краям. Далеко не уезжать по краям заморским, а поехать и детям показать. Вот именно мы целенаправленно ехали в Тобольск. В июне Тобольскую митрополию посетил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Предстоятель Русской Православной Церкви провел литургию и осмотрел архитектурный ансамбль Кремля. Патриарх выразил надежду, что взаимодействие руководства региона и Тобольской митрополии будет и в дальнейшем приносить добрые плоды. Памятники, парки, музеи. В Тобольске 200 объектов культурного наследия. И туристам в прямом смысле слова есть где разгуляться. Однако эксперты признают, исторический и культурный потенциал Тобольска еще полностью не реализован. И сама местность является колоссальным экспонатом. Ну вот посмотрите, как это все прекрасно и мощно выглядит, и красиво, да? И с другой стороны, вот те объекты, которые находятся непосредственно под ногами, они рельефные, они интересные, они старинные, наконец. Создание в Тобольске туристического центра российского масштаба ведется с 2003 года по указанию Владимира Путина. Тогда глава государства лично познакомился с древней столицей Сибири. Сегодня в Тобольск приезжают со всех концов страны, но все же главные гости города – ямальцы и югорчане. Этому способствует и удобная транспортная развязка, и обмен информацией о туристических ресурсах и услугах. Северяне приезжают в город и в целях культурного обмена. Например, на ежегодный фестиваль «Лето в Тобольском Кремле». Руководитель региона Владимир Якушев предлагает расширить географию такого сотрудничества. Будем делать предложение нашим коллегам, может быть, нам традиционными сделать еще какую-то точку на Ямале и в Ханты-Мансийском автономном округе, и тогда бы мы могли вот прокатывать как бы по всем трем нашим субъектам. Ежегодно Тобольск посещают 200 тысяч туристов. Это вдвое больше населения самого города. В древнюю столицу Сибири едут путешественники из Салехарда, Нового Уренгоя, Ханты-Мансийска, Мегиона, Сургута, Когалыма, Нефтеюганска и других городов. По оценкам специалистов, количество желающих прикоснуться к истории Сибири будет только расти. Новый дизайн, удобный формат, актуальные новости. Будьте с нами в центре событий.